Покровским кафедральным собором, центром старообрядческой Москвы, вновь звучат колокола, молчавшие при атеистической советской власти 60 лет. Люди постепенно уходят от своих невежественных безбожных предрассудков, возвращаясь к вере отцов. Церковный певчий Дмитрий, молодой, но уже твердо укоренившийся, убежденный старовер. Царствие небесное легким путем не унаследуешь, только через труды. Я понимаю, там, я ничего не говорю. Бог один, да, конфессии разные, но люди, вот, которые к нам переходили, говорят, когда они у нас крестились, они просто, у них как свет как-то переворачивался, просто вот они и шли к этому, надо к этому долго идти. Но говорят, мы приходим в этот Лукьяновский храм, да, вроде бы все, но нет вот того, вот духа нет, вот того, вот это не ощущаешь, вот ты внутреннее состояние у тебя, оно совсем другое, когда ты в старообрядческом храме заходишь, просто, особенно наш один в России. Атмосфера. Атмосфера другая, да, вообще у нас все просто. У нас нет вот этих золота, расписного вот этого, нет этого по-простому. Шика. По-простому. Здесь простота, там есть Бог, я вам так скажу. Да, где просто, там ангелов все. Да, вот я так скажу. Встретите вы простого человека, приятно с ним пообщаться. Или когда там, о, какой он гордый, а гордый, если он скажет, это порог всех грехов. Когда человек, к нему не подойдешь, не спросишь, и тебе тяжело, и как-то... А вот простота, она нужна во всем. В жизни, в храме, во всем. Подсказать, помочь людям. Раскол. Гонения, революции, войны, репрессии, тюрьмы и лагеря. Кто, кроме Бога, знает, сколько крови и слез пролито на твою землю, Россия? Черная спина, о, этот ветер, и нет уже пути назад.